Мы представим очень интересные данные, почему развивается артериальная гипертония на севере, почему развивается каротидный атеросклероз, это атеросклероз сонных артерий. Ну и представим новые данные, которые мы получили вот недавно. Была экспедиция на север в 2019 году. Эти данные, значит, совершенно новые, в которых, значит, мы будем говорить о том, почему все-таки еще один момент развития артериальной гипертонии и взаимосвязь развития гипертонии и поражения сердца. Север, он разный, поэтому мы изучаем вахтовиков. И, в принципе, вот Александр Семенович Витушкин, у него будет первый доклад, это организация медицинской службы в Арктике, на Ямбурге. И, в принципе, не так уж там все плохо. И, в общем-то, конечно, северяне и вахтовики болеют сердечными болезнями, но в сравнении с тюменцами все-таки ситуация у них более благополучная, чем, допустим, у нас, у тюменцев.